хто зараз першим діловим, моє вітання. Це проект «Акцент». Останній місяць був дуже продуктивним на різного роду ініціативи у галузі валютної політики. Вони лунали як від регулятора в особі Національного банку, так і від законотворців в особі народних депутатів. Деякі з нововведень уже діють, інші поки лише на стадії обговорення та доопрацювання. Серед таких законопроект, який пропонує перевести кредитні зобов'язання українців із іноземної валюти в національну. Йдеться про гроші, взяті в борг раніше, коли курс долара по відношенню до гривні був значно нижчим, аніж зараз. Законотворці хочуть, аби кредити перерахували в українську валюту і по курсу Нацбанку станом на 3 лютого. Нагадаю, тоді він був 7 гривень 99 копійок за долар. Населення від такого кроку, звичайно, виграє. Банки, безумовно, втратять. Мої колеги з проекту «Фінанси» розкажуть про деталі. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким передбачено переведення кредитів українців в іноземній валюті в українську гривню. Законопроект з'явився як реакція на вимоги позичальників, які хочуть, щоб розрахунки за їх валютними кредитами зафіксували в гривні за курсом, який був на момент отримання кредиту. З 2008 року і до сьогодні офіційний курс гривні девальвував майже на 133%, з 5 гривень до майже 12 гривень за долар. Зрозуміло, що значна частина позичальників потрапила в скрутне становище. Розуміючи, що заробітна плата і інші доходи не зросли, люди виплатили по 70, по 80% вартості квартири, автомобіля. Зараз через судові схеми у них відбирають, а дуже часто навіть ті, хто не змогли виплатити, у них забрали квартири чи майно, і вони ще винні. Захист вкладників від нібито свавілля банкірів – мета шляхетна, але потрібно визначити ціну питання. На думку експертів, таке рішення може завдати значних збитків банківській системі. Збитки, які цей закон може нанести банківській системі, це біля 20 мільярдів гривень в результаті протягом року. Тому я би казав, що цей закон треба доопрацювати і ніяким чином не можна зробити одним законопроектом всю банківську систему абсолютно збитковою. Отже, хтось має понести збитки. Щоб видати валютний кредит, банку потрібно було цей ресурс десь залучити. Або ж це валютний депозит, або ж це кредит, який бере сам банк. Головне питання – з яких джерел компенсувати дисбаланс, що неодмінно виникне в банківській системі? На жаль, відповіді на це запитання автори ініціативи не дають. Фахівці ж вбачають два джерела. Перше – це кошти банків, друге – бюджетні кошти або ж резерви Нацбанку. В першому випадку – це прямі збитки банків, що однозначно збільшать кількість неплатоспроможних банківських установ з непрогнозованим розвитком подій. Другий варіант, коли збитки банків будуть відшкодовані державними коштами, також дає перспективним. Адже і в без того катастрофічній ситуації з державними фінансами потрібно буде відшукати ще 8 мільярдів доларів. Саме стільки зараз є валютних депозитів. То потрібно зрозуміти, де взяти, по-перше, саму валюту на 8 мільярдів. Із Національного банку? Це як мінімум потрібно погодити з Міжнародним валютним фондом. Вибачте, Міжнародний валютний фонд не погодиться, щоб зараз з резервів взяло 8 мільярдів і йшло. Водночас неможливо відмахнутися і від вимог позичальників. І, здається, регулятор готовий піти на зустріч, оскільки почав розробляти свій варіант закону. Особливість його в тому, що, напевно, він буде розповсюджуватися лише на іпотечні валютні кредити. Відповідно, ціна питання буде меншою. І компенсаційні механізми все ж таки будуть знайдені. Про ціну питання, компенсаційні механізми і не тільки далі говоримо з Павлом Крапівіним. Він перший заступник голови правління комерційного банку «Контракт». Я вас вітаю. Здравствуйте. И я понимаю, что вы представитель одной из сторон, но тем не менее, если объективно, то как вы оцениваете такую законодательную инициативу? Наверное, вы правильно сказали, что я представитель одной из сторон, поэтому мнение будет все-таки несколько субъективным. Но учитывая то, что данный законопроект пытается перевернуть с ног на голову не просто ситуацию, а основополагающие экономические законы, то можно рассуждать с точки зрения какого-то элементарного, базового, не просто финансово-экономического образования, а просто элементарной логики, человеческой логики. Кто такие заемщики? Это люди, которые хотят пользоваться некими благами, квадратными метрами, автомобилями, бытовой техникой или отдыхом, за деньги, которых они не заработали, которых нет на моменте. Нет сбережений, нет текущего дохода, который позволяет им нести такие траты. Они берут кредит, фактически они используют будущие свои доходы, они их монетизируют сегодня. Это услуга платная в виде процентной ставки. За счет кого это происходит? Это происходит за счет тех, кто готов отказаться от потребления благ сегодня,
то есть вкладчики, те, которые размещают деньги на депозит, которые тоже хотят получить плату за то, что они отказываются от материальных благ. То есть одни люди получают незаслуженные материальные блага, другие добровольно от них отказываются на платной основе. Но они хотят за это получать и деньги, те, которые добровольно отказываются в виде процентов, да, правда? Они получают. Одни готовы платить, другие получают за это деньги. Банка в этой схеме нет, как вы видите. Банк всего лишь посредник, который сквитовывает спрос, предложение, как биржа. Почему никто не говорит, что биржа должна понести убытки от колебаний курса Форекса? Потому что биржа всего лишь платежный терминал. Здесь мы сводим, я ухожу сейчас от субъективизма, как вы видите, я показываю всего лишь картинку на уровне даже не экономических законов, а социальных. В этой ситуации, конечно же, когда мы говорим, что те, кто потребили благо, которых они не заработали еще на моменте, хотят, скажем так, не платить за это и более того вернуть не все. За счет чего? За счет того, кто доверил свои деньги, кто заработал своим трудом уже в прошлом и отказался от потребления этих благ сегодня. Исходя из этого, эти деньги не достанутся тем, кто их реально заработал. Вот о чем этот законопроект. Это очень напоминает логику господина Шарикова из «Собачьего сердца». Взять и поделить. То есть у кого-то есть деньги, значит, он должен ими делиться с тем, у кого денег нет. На основании чего? У меня логического объяснения нет. Может быть, в виде компромисса можно рассматривать такой вариант, что на момент выдачи кредита прописывать действующий на то время курс, и чтобы человек отдавал по курсу гривны, допустим, по тому действующему курсу. Ну, то есть, конечно, задним числом это весьма уже сложно сделать, но что касается будущих кредитов. Тогда нужно то же самое делать и по депозитам. Я же показал, что это абсолютно зеркальное, это канат, который тянут в разные стороны, канат один. И если мы говорим о том, что одна сторона тянет сильнее, вторая неизбежно страдает, значит, тогда банк должен купить по рыночному курсу, получить доход по 8 гривен, отдать по 12, за счет чего? Говорят, за счет доходов банка. Банки убыточные в большинстве своем. Наша система сегодняшний день, подавляющее большинство банков, либо убыточные, либо вынуждены формировать резервы такие, которые приводят к либо скрытым убыткам, либо к убыткам будущих периодов. Соответственно, надо взять из денег других вкладчиков, которые еще пока не забрали свои. То есть сейчас этот законопроект предлагает, давайте мы не вернем не все депозиты. Вот это то, что должно быть написано вверху этого. Уважаемые граждане, депозиты частично возвращены не будут из-за того, что мы решили, что заемщик имеет право не отдавать часть кредита. Хорошо. Вещи именами называть. А ваше предложение оставить все как есть? Мое предложение, во-первых, нельзя принимать такие законопроекты с рассмотрением за 2 недели. Второе, нельзя принимать любые законопроекты, которые лоббируют только определенную часть населения и автоматически приводят к притеснением, к потерям в другой части населения. По любому признаку, начиная от гендерного, заканчивая географическим, отраслевым и прочим, это возрастным. Здесь это а. несправедливо, б. опять же, односторонне. Если рассматривать данный законопроект, тогда, ну вот в прошлом применялся механизм, когда Нацбанк продавал по льготному курсу на специальных аукционах для валютных заемщиков. Я не могу сказать, что это справедливый механизм, потому что из-за чего формируется пониженный курс? За деньги налогоплательщиков, из бюджета. То есть мы с вами, каждый, должны отдать кусочек, чтобы валютный заемщик рассчитался по старому курсу. Каждый человек начинает от ребенка, заканчивая стариком. Но это, по крайней мере, более равномерно размазано по населению Украины, включая самих же заемщиков, потому что они тоже налогоплательщики. Здесь какой-то элемент уже, там, если не справедливость, то, по крайней мере, диверсификация, если уж понемножку на всех разделить. Здесь какая-то логика преследуется, что там всем миром поможем. Угу. Вот. В случае же здесь, ну, явная односторонняя направленность данного законопроекта и абсолютно яркий популизм, припирающий все экономические, элементарную экономическую логику. Хорошо, идем дальше. Еще одно нововведение, которое, кстати, уже действует. Нацбанк снова продлил ограничения на покупку валюты, на перевод денег и на снятие средств со счетов населения. Причем продлил не на 1 месяц, а уже на 3 до 1 сентября. И далее я вас процитирую, Павел. Вы говорите о том, что те, кто ждал отмены ограничений и собирался открывать депозиты, сейчас могут отказаться от своих планов. Негативно наверняка отреагируют VIP-клиенты, которые обычно снимают крупные суммы со счетов. Конец цитаты. Каких еще последствий можно ожидать от данного решения? Я был, признаться, удивлен. Вы очень правильно подметили такой момент, как срок действия данного постановления. Потому что, как правило, принято обсуждать то, что оно ограничивает. Но меня очень удивил, искренне удивил срок. Поскольку по предыдущему, 245-му постановлению, которое действовало месяц, уже было назначено судебное заседание о признании недействительным на 2 июня. Хотя оно заканчивало свое действие 1 июня. То есть, как правило, судам не хватает буквально несколько дней, чтобы принять в рассмотрение. Мы понимаем, что это первичное рассмотрение, что есть процедура судебных. 3 месяца для этого достаточно. И Нацбанк
зная, что это решение будет оспорено, причем оспорено быстро, поскольку буквально там пару позиций отличает его от 245-го, соответственно, тут те же самые иски будут перенаправлены, и существует вероятность его судебной отмены. Это первое. Второе, когда принималось на месяц каждая из постанов, всегда была надежда, что следующее будет, если, по крайней мере, не отменяющее, то более либеральные, постепенно смягчающие эти требования. Там не 15 тысяч гривен продавать валюту в одни руки, а 25, 50. Не 150 в месяц тысяч гривен, там, а там, 300. В любом случае, это было бы как-то помягче. То, с чем мы сталкиваемся каждый день, это действительно то, о чем вы упомянули, это отток валютных депозитов VIP-клиентов. То есть стоит ожидать усугубления данной тенденции? Если кто-то еще сомневался и не снимал вклад частично там, по $1200 в день, после вступления этой постановы прекращают колебаться и начинают снимать по $1200 в день. Если бы постанова была отменена, 95% таких вкладчиков, ну я говорю о тех, с кем я общался, не абстрактно по системе, а вот именно конкретные лица, оставили бы деньги в полном объеме банки. Сейчас они будут снимать, да, понемножку, но ежедневно $1200. За 90 дней, 92 дня действия этой постановы, минус выходные, это будет достаточно ощутимая сумма. Снова о законодательных инициативах. Народные депутаты предлагают ввести санкции для банков за распространение дезинформации о валютном курсе и за другие действия, которые привели к валютным колебаниям или негативно повлияли на стабильность банковской системы. Есть уже соответствующий законопроект. Согласно этому документу, за манипулирование на денежно-кредитном рынке Нацбанк получит право применить к банкам меры воздействия, предусмотренные статьей 73 Закона Украины о банках и банковской деятельности, а также ограничивать их деятельность на межбанковском валютном рынке. Если данный законопроект станет законом, на общение журналистов с банкирами можно уже не рассчитывать? Начнем с того, что эта практика абсолютно всех развитых финансовых рынков мира. И считая, что многие известные экономисты и финансисты считают, что идеал регулирования финансовых рынков – это Соединенные Штаты, комиссия по ценным бумагам, Федеральная резервная система и так далее. Там эти законы есть, разработаны еще в 30-е годы 20 века, постоянно совершенствуется система, очень жестко карается за манипулирование, это считается один из самых страшных грехов финансистов на открытом рынке. Но следует понимать, что это система, которая разрабатывалась десятилетиями. Система мониторинга, система расследований, разведки, система доказательной базы в судах. Потому что критерии оценки, как понять, это манипуляция или нет, особенно в Украине? Во-первых, критерии, они всегда субъективны, они не бывают объективны. И неважно, в Украине или нет, в США расследования подобного рода занимают 2-3-5 лет. Это в системе, которая где отработана, где четко прописано. Все равно остается субъективизм судей, а тем более, когда есть коллегия присяжных. Когда есть 12 человек, которых надо убедить в том, что доказательная база достаточна. У нас там 3 судьи, да, в апелляции. Нужно убедить их, что доказательная база достаточна. А как, любые убеждения – это субъективизм. Это уход в субъективную оценку. Поэтому, с одной стороны, безусловно, как движение, это правильно. Говорить о том, что оно может быть имплементировано и уж тем более применены карающие там, рычаги правосудия прямо сразу, ну, конечно, так нельзя делать. Наверное, я очень надеюсь на это, что Национальный банк начнет с предупреждений, с разъяснений, с подзаконных положений, инструкций, вплоть до писем, которые будут конкретизировать, детализировать, указывать, на что обратить внимание. И такое уже происходит. Есть письмо Национального банка, которое указывает на недопущение случаев повышения председателем правления банков контроля за установлением котировок в маленьких объемах, которые резко выбиваются за диапазоны котировок на рынке валют. Ну, то есть ваше предложение сначала предупредить, пожурить, а потом уже наказывать в случае чего, да? Ну, здесь все зависит от размера проступка, потому что сейчас вот Нацбанк привел классический пример о манипулировании статистикой, когда выставляются маленькие лоты вне диапазона нормальных для данного дня котировок. Тогда у любого финансового аналитика, журналиста, политического громадянина есть основания сказать, что курс был в диапазоне от 11.70 до там, 12.20. Хотя 11.70 и 12.20 выставляют там, по $10, я утрирую, по $100. Это, естественно, есть манипулирование информацией. Вот такие случаи, они достаточно очевидны. И по ним, наверное, уже даже может быть какое-то, ну, наверняка все-таки первое предупреждение должно быть там, дальше уже вряд ли карательное. Понимаете, сейчас настолько неустойчив
банковский рынок, мы видели на прошлой неделе 4 временных администрации. Такой плотности введения временных администраций, как происходит сейчас, я не помню там, за всю историю банковской системы. Еще дополнительно есть какие-то приостановки лицензий, приостановки каких-то пунктов запрета, отключения там, от системы подтверждения волокли на какой-то период времени. То, что обычно, скажем так, не видно и не особо тиражируется в средствах массовой информации. То есть, если говорить о том, что Нацбанк уже применяет меры, применяет, это работает, это не какая-то будущая перспектива. Это реальность сегодняшнего дня, но без нее никак. Павел, я благодарна вам за участие в программе. Время истекло, и мы должны заканчивать. И в конце лишь напомню о том, что об изменениях в сфере валютной политики, как еще только планируемых, так и уже свершившихся, мы говорили с первым заместителем главы правления коммерческого банка «Контракт» Павлом Крапивиным. Далее на телеканале «Первый деловой» еще больше интересной и полезной информации. Я же прощаюсь до следующего эфира. Всего хорошего.